стоим в самом красивом фьорде всей Патагонии. Замечательная погода сегодня случилась. Солнце, ясно, нету дождя, в отличие от вчерашнего, когда нас промочило до без трусов, я бы сказал даже. Швартовка на хвостах. Так мы швартовались в Антарктиде, и вот сейчас в узком вот этом фьордичке, ответвлении от более широкого фьорда, Леди Мэри привязалась двумя хвостами к берегу. Солнце садится очень быстро, прячется за горы. С утра минус 3 градуса. Мы вылезаем ранним утром. Раннее утро — это 11 часов, потому что раньше здесь делать нечего. Видим вот такой чудесный иней. Иней прям шикарный. Пол сантиметра высотой. Вау, мама! Смотри, как мы замерзли. Мы что теперь, на катке? Ну все, я пошла за коньками. Каток практически. То есть, если на него что-то легкое бросить, оно не тонет. Красота. Ветроруль вмерз в лед. Ледокол Кузик от Леди Мэри. Обалдеть, ледокол! Какая прелесть! Он посильнее палку, может, надо было ломик какой взять. Да. Здесь посильнее палка. Ну откуда посильнее палка? Постучи веслом, Андрей. О, пробил, смотри, можно отталкиваться, как от тверди. Как от камней. Можно, да? Как серая шейка, завязли, я не могу. Не, а мы если сейчас въедем в лед, то мы назад не выйдем. Надо все равно за веревками-то оплыть, Андрей. В любом случае. Лед-то разбивать придется. Вот, может, по веревке? По веревке, может? По веревке пойду, да. Круто! Там с якоря сниматься, веревки забирать! А мы вверх нафиг улет! Круто! Держись на всякий случай! Ой, нас к скале прибивает! Ничего страшного. Сейчас будет скользко на гору забираться. Ну что, шхуна Святая Мария вмерзла. Вот там Леди Мэри стоит посреди катка, веслом даже трудно пробить его. Еле мы через этот лед пробились на берег. Мы его вот так, вот этим гарпуном, веслом еле пробили. Все замерзло, и мы идем. А еще тут ягодки есть. Ладно, гоняй давай. Они не ядовитые. Но тут все замерзло, и они очень вкусные. Прям как мороженое. А тут главное сборище. Это не главное сборище, это другое сборище. Ягоды так по-другому называются. Нет, так это ягоды, мам. Сейчас солнышко. Это вечно зеленые реки. Если не знать, какой сезон, не видеть снег, не ощущать температуру воздуха, вполне можно подумать, что лето. Потому что листики на этих лугах совершенно по-летнему. Зелененькие, свеженькие. И при этом очень жесткие. Практически как иголочки у пихты. Интересно, что есть еще не вечно зеленый бук, который выглядит практически так же. Именно он делает леса Патагонии оранжевыми осенью. Но и облетает. Нам повезло, что здесь буки зеленые.
Чем бы дитя не тешилось, лишь бы не плакало. Настя 17 годиков. Мы вчера зашли вот оттуда. Там вроде была чистая вода, немножко льда плавала. Но мы как-то так прошли аккуратненько, встали вот в бухту, там вот Леди Мэри стоит. Вот внизу видно на якорь. И там две растяжки к берегу. Марина вчера такая отвозила, гребла такая старательно, привязывала к дереву. Вот, а сегодня с утра проснулись, вокруг нас просто слой льда, сантиметра 3, наверное. Вода пресная стекает из водопада и замерзает. Соленая вода, у нее температура замерзания гораздо ниже, чем у пресной. Она внизу стоит, и ей хоть бы что. А пресная, сейчас у нас корочка льда вокруг всего. А здесь, с этой стороны, просто вот все, что из ледника, сползает весь лед. Он заледенел, и тут прямо такие реальные льдины плавают под слоем, маленький слой льда, корочка, ну как он маленький, там 2-3 сантиметра, а под ним льдины уже такие здоровенные. И сейчас, если мы сюда вот зашли бы, попали, как мы собирались вчера пройти до ледника посмотреть, может где-то поближе встать, то мы бы тут вмерзли бы в лед бы, я думаю, что неделю бы точно, пока не разгулялся бы ветер хороший, чтобы это все разогнать. Вот, ну а мы сейчас вот, вот оттуда будем выходить. Сейчас веревки отвяжем с берега, якорь поднимем. И вот нам надо пройти, сколько там получается, метров, наверное, 100, вот по этому льду. То есть сейчас Леди Мэри будет реальным ледоколом у нас. Еще мы вчера на мели же сели. Вставали на якорь на глубину 3,5 метра. И отлив случился чуть больше, чем мы ожидали. И в итоге оказалось, что мы стоим на дне. Папа очень неожиданно просто подскочил, пошел смотреть, оказывается, мы на мели. Короче, ослабили кормовые швартовы, подтянули якорную цепь, и яхта опять закачалась на волнах. А еще, вы не думаете, что я тут так странно все время сижу? Это я просто чуть-чуть провалилась под лед. Ушла под лед. Чуть-чуть совсем. Решила проверить, как это. Записываем интервью с потерпевшим. Идите в баню, без комментариев. Нет уж, давай расскажи там. Нет уж, без комментариев. Как это с тобой приключилось? И Лада хочет повторить этот подвиг. Вот эти деревья с крупными зелеными листьями выглядят совершенно по-тропически, но оказывается, они могут переносить заморозки до минус 20, не теряя листьев. А называются они Dreams Winter, в честь лорда Винтера, между прочим, который участвовал в плавании Фрэнсиса Дрейка. Может, она, конечно, не волчья эта ягодка, но в конце концов... Медвежья. Охотимся. По виду на бруснику похоже, но очень сладкая. Местами самые южные в мире леса, которые называются Магеллановыми, буквально усланы красной водяникой. Но ягоды, которые собирают ребята, это я не она. Я тут нашла одни ягодки, вот такие вот. Они похожи на такие гуавы, которые мы встретили на Фатухива, когда шли в поход. Леди Мэри, это дочка, ваша сестра, мать и жена одновременно все вместе. Да, съели уже. Собрали урожай, который называется гуава. И они и вида такого же, и вкуса такого же, и запаха такого же. Вот. Внутри белое, а снаружи красное. Вкус такой же. Все, давай пойдем спускаться, пока лед не пошел здесь по фьорду. Надо успеть выскочить, а то мы в ловушке совсем окажемся в ледяной. На востоке огненной земли, в лютых ветрах с Тихого океана и с отрога Фант, когда-то жили индейцы Ямана. Это были самые выносливые из огнеземельцев. Они перебивались охотой на тюленей и гуанака и занимались собирательством, в том числе вот этих самых ягод. Ледокол «Леди Мэри» осуществляет проводку малых судов
по ледовым фьордам Южной Патагонии. Вот малое судно идет за нами в кильваторном следе. Тёмыч! Давай, топай. Отлично, на уровне льда его оставляй. Такая дорожечка. Ага. Все, выходим на чистую воду. Там еще льдины плавают, но из ледового плена на этот раз мы высвободились без потерь. Вот. Все, что позади нас осталось. Сейчас мы переходим во второе ответвление фьорда Синопия к леднику, который называется Пиа. Видимо, вот эта стоянка называлась Сено. Что делаешь, Ладуська? Шахматы играю. Задачки. Шахматы. Вот так глубина позволит. Подойдем поближе. Мне кажется, там мелко. Дальше решили не идти, чтобы не напороться на какую-нибудь подводную скалу и быть в безопасности в случае откола большого массива льда. Будем разворачиваться пытаться, а то как застрянем тут посреди ледового поля. Апостол Андрей говорит, пойдем по льду гулять по воде с тобой. Как на якорь будем вставать? Надо на тузике веревки отвозить на берег. Андрюха говорит, пойдешь по льду. Ледокол Леди Мэри пробила себе фарватер. Берег ткнулись? Не знаю. Как будто ткнулись, показалось. Ну, тихонечко, но как будто уперлись, нет? Прям так тык и стали. А сколько у тебя глубина показывает? 7. Ага. Ну, ощущение, либо на цепи натянулись, либо в берег ткнулись. Ага. Не знаю, как на берег-то выезжать в тузике по льду. Сверху, что ли? По льда разгоняться, как на ледянке. Что еще делать? Ёлох. Давим лед. Все, свои. Держись. Затопим ребенка. Ага, вместе с тузиком. Спасение утопающих. Дело рук самих утопающих. Яхта расчистила нам небольшую полынью, чтобы шлюпка могла подойти максимально близко к берегу. Давай, мама, всего каких-то 20 метров.
Мы проломились сквозь лед. Вот этой вот клюкой я долбила, так зацеплялась за лед и подтягивалась. А Настя веслом от воды отталкивалась, которую, чтобы нас обратно не унесло. Вот мы до земли додолбились. Пока не растает лед. Очень смешно, сейчас с мамой пробирались сквозь лед, чтобы привязать веревку к дереву на берегу. И, кстати, какой-то след у нас узкий, видимо, лед уже сошелся. Да вообще сошелся. Вокруг нас, наверное, тоже сойдет скоро. Между нами тает лед. О май гад. Ой, ну короче, вот этот везде лед, он еще не бел. Потому что снегом не припорошен, но уже нормальный такой лед. Почему? Ну попробую, там полынья вдоль берега может быть. Ничего, ничем не рискуем. Нет, ну там, я говорю, вдоль берега полынья-то, а не издалека. Вот тут, Андрюх. Забираемся на гору. Подозреваю, что не по козьим тропам, а по тропе протоптанной Гуанака. Поскольку людей здесь нет, а яхты весьма редки, тропинка то прерывается, то снова начинается. Ой, а вот здесь она выглядит весьма внушительной. И вот мы уже почти залезли. Подозрительные ягодки, которые вчера Андрюха решил, что несъедобны. Вот прямо нора. Такая классная, мхом устланная, под корнем, воловья лисой какой-нибудь. Обязательно бы там поселилась. Вон туда она идет, вглубь. Там должно быть уютно, сухо и комфортно. Здесь, если по воде идти, видны леса водорослей. Очень длинных, десяток метров, может даже. Тут со дна, здесь вода мутноватая. В прозрачной воде видно, прям как они от самого дна поднимаются вверх. Прям леса. Я уже снимаю яхту, тебя и дорожку. Самое красивое, что есть в Патагонии. Дети, слава учить! Ой, сейчас бы я улетела. И остались бы вы без видео. Жалко видео. Ну вот, вчера мы пробивали через этот лед. Лед толщиной там от 1, наверное, до 3 сантиметров. Вот, но скорость движения по нему где-то, наверное, около 1 узла всего была. То есть мы старались, я полные обороты не давал мотору. То есть только под мотором можно идти. Вот, чтобы корпус сильно не поцарапать. Вот, и вот это вот расстояние, где-то, наверное, с полмили, мы, наверное, полчаса, а то и минут 40 преодолевали. И Леди Мэри показала себя в очередной раз мощным ледоколом. Вот такие дела. Мне упавшая сестра не очень как нужна. Дайте мальчику, пожалуйста. Смотри, какая я вся пандочная. Пандочная, значит, упадешь? Мне опять в Антарктиду захотелось. Так, может, пойдем? Ну и эту Африку. Не-не-не. План сделаем, сейчас Африка. А потом стоите в Антарктиду опять. Прямо оттуда. Да. Так, такого маршрута еще точно никто не делал. Таити, Антарктида. Кейптаун. О. Ну, Кук там шарился, почти сделал. Почти дошел до Антарктиды. Ну, он почти дошел, а мы дойдем. Что там, нам сколько автономных нужно? Месяцев 5, наверное. 6. Все, и он ушел. Я себе хотела эту дубинку. Как мой папа говорил, и он уехал, ненаглядный.
Пойдем? Идем, ненаглядная. Иди, спускайся. И вообще, я первая пойду. Вот здесь лучше, Влад, вот здесь отходи. Ой. Там Настя это. Сейчас съедем до самого низа. Господи. Боже ты мой. Хотела снять красиво и чуть не упала. Хлебушек, хватит. Не упадешь, я в тебя верю, я тут. Мы уже неделю идем по фьордам, и наша юнга превратилась в настоящую яманку. Они тоже большую часть жизни проводили в лодке, жгли там костер на горке песка или глины, прямо на дне пироги. Ты потерялась? Сейчас он в цепь меня замотает к вам, и все, пиндык. Хватайся. Сейчас будет таран, дынц. Бум. Вот хватай. И все. Так чем хватать, я же снимаю. Марина, от цепи. От кого от цепи? Так вот именно. Я уникальные кадры, может, делаю. Все. Сдали? Сделали. Цепи якорей гремят в порту, верят корабли в мою мечту. Сегодня ночью с ледника сошла большущая лавина. И вот сейчас здесь весь залив в таких кусках льда. Мы вот оттуда уже вылезли потихонечку по тонкому льду. Но сейчас попали вот в такое вот прямо поле, где большие куски плавают. И для нас это достаточно опасно, потому что если тонкий лед мы легко вскрывали корпусом, то в большую льдину врезаться совсем не улыбается нам. Вот. И приходится потихонечку маневрировать на очень медленной скорости, чтобы стараться между больших льдин где-то въезжать, маленькие расталкивая с собой. Тем более, что я вчера видела поцарапаны, но не поцарапаны, а прям краска слезла. Вам же нравится, да? Ставьте палец вверх. Да. Подписывайтесь на наш канал и не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео.